Привет, ребята. Это исследователь, истинный исследователь. Про дороги снимал я кучу роликов, и так все знают, что ремонт делают херово, что через год все разлетелось, чтобы опять стащить там деньги. Никто подойти туда не может, потому что ребята работают в связке с прикрытием МВД, прокуратуры. Здесь я покажу. Вот дорога, она более-менее нормальная, но есть ямки небольшие образовались, и вот этот поребрик, который вы видите, он это который на выкидывать они собрались. То есть поребрик, он должен быть разрушен совсем уже, а видите, он как новый. Они его повезут, потратят кучу денег на перевозку и привезут такие же. Это не новые, это как тот, который выкидывать собрались. Потому что новый, но он бы лежал по-другому. Вот сейчас я покажу. Видите? Он лежал бы новый, лежал бы в стопочках. Его в стопочках укладывают. Вот. А это как мусор валяется, но он совершенно нормальный, видите. То есть его не нужно было менять. Зачем они его выдернули, непонятно. То есть понятно, что им нужно списать этот в утиль, новый запихнуть. В итоге пустое разбазаривание денег, как обычно. А какие-то нужные ямы никогда не будут починены. Ну, вот такой вот строй бандитский. Ну, полностью нормальный поребрик, я не понимаю, зачем они его выкидывать собрались. Но они не выкинут, наверное, влепят где-нибудь, два раза продадут. Но здесь я смотрю. Хоть асфальт не весь меняют сразу, а просто кусочками, так как и нужно это делать. На этом все. Пока, ребята.